Здравствуйте. Да привет. Начнем прямо с самого банального разбанального. Ну, конечно. Закончился театральный сезон. Да. Вас 57 раз спросят про успехи и удачи сезона, а я бы хотел бы поинтересоваться, что не получилось? Что вот было плохо, кого хотелось убить? Вот что? Ну, убить хочется каждодневно нескольких человек. Поэтому так, если суммарно, это у нас не хватит эфирного времени. И просто штабелями вот все лежат здесь около театра. Ох, я это понимаю. Да, это но вот. Что не получилось из задуманного? Всегда ведь что-то вот замышляешь, а ну, сейчас выходит не все. Вообще театр – это зимний вид спорта. Знаешь, вот когда сейчас уже май, июнь, и уже артисты, значит, все там, и зрители в основном весь на укропе, и все это суммарно, это ощущение какое-то… Расслабухи. Раздражение. Нет, раздражение. Раздражение. Отсюда и... А что касается творческого раздражителя, что не получается, всегда кажется, ой, еще бы, всегда не хватает времени. У нас две премьеры было вот в этом сезоне. В общем, одна премьера – это мюзикл, значит, нашего завмуза и замечательного композитора, как я считаю, Андрюши Семенова. Значит, он совместно с... значит, они сделали такую по Генри, вышел мюзикл. Я вообще слово мюзикл терпеть не могу, потому что это вторично так. Ну, другого ничего не придумали для обозначения жанра. У нас были всю жизнь русские водевили, ничуть не хуже. Ну, так и называется, русские водевили. Переползли в мюзикле, и, потому что все вторично, это не наш менталитет. Вот. И ужас в том, что чем лучше, чем похожие. Нет, ну вот и они сделали современный такой, называется «Дороги, которые нас выбирают», вполне изящное, симпатичное произведение. Это музыкальный спектакль, а не мюзикл. И вот. А второе, значит, что мы сделали, и Арцебашев Сережа, наш друг и режиссер, который с нами много работал, сделали спектакль, называется «Последний клоун». Это по Слейду, это раньше называл «Чествование», когда-то я играл, будучи в твоем возрасте. А сейчас, значит, вот он немножко это переначит. И вот премьера, если говорить о ней, то здесь вот к твоему вопросу есть еще ощущение чего-то недожатого. И актерский, и режиссерский. Он сам, Сережа, мучается. И сейчас это в становлении. Но мы нарочно это сделали премьерой издыха сезона, чтобы вот немножко это вот понюхать, чтобы уже осенью на открытии сыграть полноценный премьер.